24 августа, среда. Хороший денек. Поймал две щуки сегодня. На одну отпустил, а вторую пришлось взять, потому что блесна очень сильно зашла туда в нее. Жабры сами. Все там разорвала. Блесна Вильямс. Вот, наконец, разловил. То все тут на воблер, на вертушку ловил. Вот на Вильямс хорошая блесна. Прям видел, как бросилась щука. Вот экскурсия по моему лагерю. Это лодка. Весло лежит. Ну вот тут вот стоит какой-то старый спиннинг чей-то чужой. Ну я так его и не трогаю. Он сломанный. Рядом мой стоит. Кстати, щука перекусила шнур восьмижильный японский. Уже потом, в сачке, когда была. Острые зубки. Что делать? Все равно его время от времени надо отрезать и привязывать снова. Все-таки он там повреждается. Очень тонкие нити. Шнур 0,132 миллиметра. Ну вот печь. Туда к берегу выходишь, запах такой, как из, на вокзале где-нибудь, паровозы там. Не как от костра. Все-таки дым другой имеет запах от печки. Повернул я вот этот раструб в сторону ветра, и так красиво дым идет. Идет дым. Туда положил угли из костра, недогоревшие какие-то там. Пусть догорают теперь в печке. А вот и щука. Не такая уж она здоровая. Ну, не совсем маленькая. На Вильямс Ваблер попалась. Вот она, эта блесна Ваблер. Серебряная, посеребренная. И тут у меня рыбный суп, уха. Разогревается, сейчас буду есть. Ну, а потом посмотрю, что, может, тоже ее сварю. Не такая уж большая. Жарить там, все ужарится. Сварю, наверное, а картошку пожарю вон на сковороде. Здесь кострище, костровище. В эту кучу всякие отбросы, мусор бросаю, а потом все вечером перегорает. 5 часов горел костер у меня вчера. Ну, вот 2 бревна сгорело таких вот. То есть это еще на 2 дня. Тут у меня на 2-3 дня. Ну, 2, скорее всего, дня. И еще там есть. Ежевика уже поспела. Вон прям тут рядом есть. Вот она, черненькая. И там ее очень много. Вот тоже ежевика. А бревна вот там лежат. Не так уж и далеко отсюда. Ну, далеко смысла нет. Таскать-то тяжело и будет. Какие-то тряпочки. Тут халат, что ли, какой-то белый был. Сюда ковид добрался. Ковидники. Тут страдали ковида, кто их знает. И вот еще у меня запас дров. Вот такой вот запас. Вот 2 дерева эти я спилил, сухие. Мне хватит.
Ну, такой остров. Здесь начинается уже такая растительность. Кустарник. Сухих деревьев там нет практически. Сосен сухих нет. Даже вон ветки обломаны, как хотели люди костер разжечь. Вот. Какая красотища. Все ежевика, ландыши. Хороший островок. Уютный. Так тоже какое-то дерево. Плодовое, но плодов нет. Можжевельник тут растет. Съездил, посмотрел на ту стоянку. Не забыли туристы, чё? Нет. О! А это что такое? А это что? А это какой-то вообще даже не черника, а какой-то другой вороний глаз, что ли. Не знаю, какая-то другая ягода, очень похожа на чернику, растет на вот таком кусте. Вот можешь с черникой запросто спутать. Не знаю, насколько она съедобна. Пробовать не буду. Вон, какие красивые ягодки. Ну, здесь я в туалет ходил, тут не буду собирать. Мало ли где я ходил. Всего не упомнишь. Там подальше соберу. О, печь уже разогрелась. Видно, дымок-то идет другого рода. Я уж тут научился, какой дым, чего, как печь работает. А вот лежбище мое. Тут вот я лежу днем. Ну, сейчас трубу пока еще не доставал. Смотреть нечего особо. Гаджеты заряжаются. Эх, что-то расстроил меня этот повербанк. Почему он так себя ведет? Да и фонарь что-то плоховато заряжается. Может, надо переложить куда-то он туда. Сейчас займусь этим. Палатка прекрасно себя проявляет. И ветер выдерживает, и дождь. И там внутри комфортно, не душно. Какие-то голоса слышны. Может, плывет кто? Посмотрим. Всегда интересно. Только б не кидал боёбы на этих лодках моторных. Так они достали. Не знаю, прям отвратительно эти звуки. Надрывные. Провалитесь вы все. Спокойствия нет. Вчера опять музыку врубали. Сначала я обрадовался, какой-то там был транс. Но потом понял, что никакого транса. Попса голимая. И до ночи. До часу, наверное. В 1:22 я уже лежал, спал, а там все еще бабахало. Бух-бух, быц-быц-быц-быц-быц. Как людям не противно, не знаю. Вот тут я сижу, костер жгу. 8 часов зажигаю костер, как начинает темнеть. И до часу ночи где-то горит он. Вот плавки, то, что я купаюсь днем иногда. А вот спальник сушится. Каждый день сушу. Шпуховый спальник оставлять так нельзя. Что-то на нем смола, что ли, попала. Не знаю, грязь какая-то. Но стирать его все равно нежелательно. Это грязь, как бы признак заслуженности спальника. Ну и вот такой вид с острова. Хорошо. Красота. Со всех сторон окружен водой, кроме одного узкого перешейка. Вот там вот. Вот там вот. Но я про него уже рассказывал. Там практически непроходимо. Только какие-нибудь спецподразделения пройдут. И то с потерями. Морские котики там. И краповые береты. Но если такие люди пойдут, то уж тут ничего не поделаешь.
Ну, вот дрова. На 2 дня еще. Думаю, так. Ну, может и больше. Ну, плюс то, что там лежит. А лодка вот стоит. В теньке она там стоит, чтобы особо не нагревалась. Я немного подспускаю, хожу, проверяю, чтобы не перегрелась. Ну вот, суп уже разогрелся. Уха. Буду есть. Поем, а потом эту щуку, наверное, тоже буду варить. Так вот, скорее всего, будет. Ну вот, и среда прошла. И среда прошла. Происшествий особых не было, к счастью. На вторую стоянку никто так и не заехал. Я сплавал туда, посмотрел. Там все нормально, чисто вроде. Не напакостили. Перемет свой смотрел. Ничего не вышло, никакая рыба там не зацепилась. Вершу я вообще снял и привез сюда. Буду думать, где ее ставить, потому что эти мальки там все сжирают, а сами они, в общем, довольно бесполезны для меня, потому что никак на живца я не могу правильно ловить. Может, вообще надо просто к спиннингу приделывать на крючке этого живца, кидать и сидеть ждать, пока кто-нибудь хватит. Тоже вариант. Осталось уже очень мало времени. Сейчас 24-го. Заканчивается день 24-го. А 28-го у меня поезд. Хотя, конечно, я могу и задержаться еще. Припасов мне хватит. Время у меня тоже есть. Но там будет такой нюанс. Сейчас у меня есть билет на прямой поезд. В Осташкове сажусь и в Москве выхожу. А после 28 августа он перестает ходить, такой поезд. И придется мне делать пересадку на станции Благое. А у меня очень тяжелый груз. Рюкзак тяжеленный. Тем более там еще вон 2 баллона газа не использованы. Рис недоеден. Компотная смесь не использована. Ой, много всего. Этот курут там. Все, что выбрасывать, жалко. Ну и вещи. У меня дополнительно труба. Еще вот эта вся система газовая. Еще один чайник. Что еще тяжелого? Штатив. Ну, штатив, конечно, не очень тяжелый, но все по чуть-чуть, и вес набирается. И таскать там в балагон в этом через переходы, ну, когда есть прямой поезд. В общем, скорее всего, 28-го я уеду отсюда. Придется встать очень рано утром, потому что поезд в 1:00 дня. Все быстренько тут собрать, упаковать лодку, и пока еще ветра нет, грести, и прибыть туда на пляж, чтобы где-то за час успеть свернуть крафт, упаковать его, засунуть в упаковку, все это связать и доехать на такси до поезда. Плыть-то, ну, хоть и небольшое расстояние тут, то есть так по прямой 4,5 километра, может 5, плыть.
Ну а поскольку придется, мы не знаем, какая будет погода, не будет ли ветра. Если встречный ветер, это все. Это очень тяжело будет доплыть на такой лодке. Это все-таки не байдарка. Она для озер с трудом подходит. Только когда безветренно, тихо, можно медленно плыть по озеру. Не то, что на байдарке. Раз, сделал грибок, и она скользит по воде. Нет, здесь надо постоянно, постоянно грести, грести, грести. Вот, и если обходить вдоль берега, потом, следуя как бы искажениям берега, потом переходить на другой берег, где близко остров подходит к основному материку, туда и вдоль того, то есть там наберется, в общем, часа три плыть. А уже на месте быть надо не позже 11. То есть вот 8, уже желательно отсюда выйти. А это встать, значит, надо не позднее 6 часов. Потому что надо заварить в дорогу чай, как-то подготовиться к дороге, палатку свернуть, все убрать. Еду, все это вот посуду, все убрать. В то же время посидеть на дорожку, все собрать, подумать, неделю ничего не забыл. Все снасти, все. Потому что возвращаться уже не получится. Времени не будет. Так что это вот 28 числа. А так получается 25, 26, 27. Три дня. Три дня. Ну, что я могу сказать, вот подходит уже к концу поход. В принципе, очень все прошло хорошо. Подложу палочек, чтобы... Потому что береза, она... Угли дает жаркие, сильные угли. Много в них тепла. Но вот пламени она дает не очень. Поэтому если туда положить мелких, да тех же самых березовых, неважно каких, конечно, сосновых палочек, то возгорится пламя. Будет веселее гореть костер. Вот, поход прошел хорошо. Первая неделя была акклиматизационная. Жарко было, солнце немилосердно пекло. Я много лежал, голова что-то болела. Ну, так, чувствовалось, что вот вхожу в этот режим, в эту жизнь. И уже к концу прошлой недели я стал чувствовать и больше, что энергии как-то у меня, и гибкость, подвижность образовалась. Как бы такая ясность, ничего, голова не болит, нет ощущения какой-то вот загруженности. То есть вот где-то дней 5 акклиматизация происходила. А сейчас вторая неделя у меня вот идет как бы под эгидой полного погружения в селигерскую, так сказать, специфику. Каждый день с утра я плаваю на лодке, ловлю рыбу. Практически каждый день что-то ловится. Но, как правило, это мелкие щуки. Ну, вот окунь недавно был пойман, варил его. А так щуки, которые в основном отпускаю. Вот, ну, в каких-то случаях, например, вот сегодня был случай, щука, ну, не самая мелкая, вот такая вот. Ну, может, так. Она заглотила блесну, и у нее прямо за... жабры там вошли крючки, и это так не вытащишь. Там они уже все разорвали, и все жабры, кровь пошла. И щука эта, она, к сожалению, уже не подлежит реанимации. Поэтому я ее тоже приготовил. Ну а куда девать? Не выбрасывать же это. Раз уж поймал, надо готовить.
приготовил. Сегодня ел рыбный суп, ну, хуел. Потому что картошки там нет, моркови, только лук, и опять сварил. Ну вот, правда, почему-то забыл добавить туда черный перец. Всегда добавляю, вот сейчас как-то забыл. Вот думаю, что бросить так черный перец, пока теплый суп, либо закипятить его на костре, например, и потом бросить перец. Мне кажется, надо его закипятить и горячий уже оставить на ночь. Пусть там этот перец расходится. Пусть сейчас-то я, скорее всего, не буду есть суп. А так надо сделать, верно? Вот. Сейчас поставлю его разогреваться на костре. Вот у меня очень длинная палка такая есть. Нас ее пристроил как надо. Вот, допустим, вот так, да? Вот так она будет мне перекрывать сиденье. Нет. Вот, вот так. Сейчас он там быстро, я сразу, чтобы не забыть, брошу этот перец. Положил туда черного перца. Сейчас он чуть-чуть разогреется под костром. Может, даже закипит. И положу на крышку камни, чтобы мыши туда не залезли, и будут стоять вот там на печке. Вкусный суп получается даже из одной щуки, тоже ничего. Главное чистить щуку сразу, потому что она тоже вот полежит какое-то время, и чешуя становится плотно, кожа прилипает, трудно очистить. Прям вот как выловилось, сразу надо почистить, потрошить. И вот я, например, храню тут рыбу, вот тепло сейчас, да, я храню рыбу в воде. То есть уже очищенную, потрошенную, все, кладу в кастрюлю и заливаю водичкой холодной, ну вот из озера. И она там под слоем воды лежит. Ни мухи, ничего там с ней не происходит. Не портится. Потому что вода холодная, долго нагревается. Ну, в тени, естественно, все стоит. Перед тем, как варить, сливаю эту воду, заливаю чистую. Ну, как чистую, взятую посреди водоем. Потому что вблизи тут муть. И варю. И все. И вот сегодня я думаю сделать компот. Надо сделать компот из другой смеси, не из той, что у меня была какая-то там типа красной цены, с затхлым таким запахом, а из хорошей смеси, побольше взять. Вот, я помыл все небольшой котелок. Подготовил к варке компота. Надо сварить, он как раз вот сейчас сварится, постоит за ночь. Остынет, и утром будет такой прям, ну, холодненький должен быть компот. Как бы компот можно и горячим пить, ничего против не имею, но самое, конечно, наслаждение, когда холодный компот. Горячий компот — это особая такая вещь, это очень специфический напиток. В охотку, так сказать, под особое настроение идет. А вот холодный компот, он идет в любом случае. Все-таки напиток этот сладкий.
какие голоса раздаются. Может, кто на лодке плавает, кто знает. Такой порт-то. Не, ночью на лодке плавать – это затея небезопасная. Как-то стало плохо у меня заряжаться все снаряжение, телефон, повербанк. Не знаю почему, на первой неделе все работало хорошо. Есть у меня одно подозрение, конечно, что, ну, как бы я полностью разряжал этот повербанк до нуля. И эти элементы, которые там, они... В общем, немножко как-то деградировали, кто знает. Какие-то звуки странные. Утки, наверное, в камышах там. Вот, и в общем, две солнечные батареи мне хватает тютелька в тютельку. Вот, зарядить аккумуляторы для радио и зарядить повербанк с телефоном. И то не полностью. Телефон там процентов на 70 зарядился сегодня. Повербанк тоже где-то типа такого. За весь день. Вот я как проснулся, сразу вытащил батареи, поставил на солнце. И весь день их перетаскивал на солнечные места, переставлял. Вот на первой неделе такой проблемы не было. То ли там солнце жарило как-то сильнее, то ли еще что-то. Ну, в общем, сейчас вот есть напряженка с электричеством. Вот был бы элемент пельтье, я тут жег бы и жег часами печку. Даже по идее так, если представить, то наиболее эффективно было бы, конечно, водное охлаждение. И это, в общем-то, несложно устроить. Подвешивается на дерево какой-нибудь мешок там с водой. От него трубка идет тонкая. Ну, может, фильтр там какой-то, чтобы не забивалось. И ватерблок на одной стороне этого пельтье. А другая сторона обращена к печке, где там жар идет. И вот надо несколько таких элементов, чтобы они суммарно давали там, ну, приемлемое какое-то напряжение. Там лучше, побольше, конечно, чтобы там быстрая зарядка и все прочее. Вот. Там будут давать они 12 вольт. Прекрасно. 20 там будут давать, еще лучше. Вот. Ну и сколько-то их там, 2, 3, 4. Не знаю, как их лучше соединять. Ну, видимо, последовательно как минимум 2. А если их, скажем, 4, может быть, два последовательно, два параллельно. Я не знаю, как, какие тут есть особенности, как их соединять. Но то, что напряжения с одного элемента не хватит, это точно. Вот. И, видимо, очень-очень слабо будет заряжать. Либо надо этих элементов большое количество, они тоже не дешевые. Наверное, около 2000 каждый элемент такой более-менее приличный стоит. То есть вот если их штук 5 элементов, то это и будет вот на 10 тысяч устройства. И то с очень сомнительным как бы эффектом. Ну вот в чем проблема. Надо сначала попробовать. Если понравится, там масштабировать его как-то. Так вот, устроить здесь водяное охлаждение вообще не сложно. Подвешивать на дерево. Здоровый радиатор.
еще обдуваем. А тут маленькое компактное устройство, вот этот ватерблок там с трубочками тонкими. И вода, она заберет тепло, я думаю, очень даже. Ну и кранчик какой-то нужен, чтобы эту заднюю часть печи не жарила. Но это уже все решаемо. Интересно было бы это попробовать, интересно. Потому что печь можно... Тут, если бы у меня такая задача была, я бы мог топить целый день. Вон, пошел, пособирал шишки, подкинул. Пошел в кусты, ну, наломал там веток, подкинул. Тут для печки топлива очень много. Мне-то и кострового топлива хватит, потому что я заморочился, так сказать, спилил крупные березы. Вот удивляюсь я на людей, которые не делают костер. На каком-то там баллончике что-то готовят, но у меня тоже есть газ. Я, в общем-то, особо не готовлю на костре. Преимущественно готовлю на печке. На костре только компот, ну или вот так вот что-то, ну, как бы случайным образом возникла необходимость подогреть суп. В основном костер – это просто эстетика. Вечером тепло, свет идет какой-то, и дым, комары, и, в общем, отгоняются. Красота. Возможность куда-то посмотреть. Не просто в темноте сидеть тупо, вот, а с каким-то центром интереса. Не зря же говорят, на костер можно смотреть бесконечно. Действительно, это как некое такое фаер-шоу. Там что-то там происходит, угли, дым, огонь. Очень все это для человека приятно созерцать. А то приезжают, что-то там быстро заварили доширак, куда-то туда-сюда, 10 часов в палатку спать. Ну какой интерес, в 10 только все самое начинается интересное, в 8 солнце заходит, потом закат, довольно долгий и очень красивый. Как закат заканчивается, серое такое небо, по одной начинают возникать звездочки. Все темнее, темнее становится. И вот сейчас вот уже там изрядное количество звезд на небе присутствует. А дальше будет больше. Когда выходишь, черное небо, и множество-множество звезд, и гладь озера, как стекло такое, отражаются звезды, созвездия, вот, астеризмы, большая медведица там, например, отражается в воде, и она видна, и хочешь смотри на озеро, хочешь смотри в небо. Так все четко, ясно. И в этот момент в палатке сидеть. Не, ну там явно какие-то голоса. Неужели кто-то приплыл? Очень бы не хотелось. Под вечер весь настрой нарушится. Ну, посмотрим. Тоже интересные события, мало ли какие. Вот, и стоишь на берегу, смотришь, смотришь в небо, то звезда упадет. Ну, астероид там маленький какой-то сгорел в атмосфере, такая полоса яркая и погасла. То что-то пролетит, мигает, какие-то там типа НЛО, как это говорят, НЛО. А вот там кто его знает, может и НЛО. Я видел тут несколько странных объектов. Ну, то есть, не могу понять, что это такое. Треугольной формы и такой, как бы, ромбической формы. Потом видел, как два дня так вот резко взяли и опустились туда вот на основную часть острова. Может, конечно, кто-то дроны какие-нибудь запускал, кто его знает. Может, там с огнем там, со каким-то светодиодом этот дрон, кто его знает. Мало ли какие есть. В общем, что-то такой яркий огонь опустился прям туда. Что это было? Вот. И вот так вот все стоишь, смотришь, смотришь. Так вот, ну, где-то до час ночи. Потом уж надоедает. И уже такая усталость. Уже хочется спать. Попил чайку. Послушал радио немного.
Вот вечером его хорошо слушать. Днем оно... Я вот сегодня лежал днем, радио выключил, просто слушал, как шелестит ветер в кронах деревьев. И не нужно никакого радио. А вот ночью она тихонько поет и создает тоже особую атмосферу, потому что ночью в полной тишине сидишь такой, жуть берет. Бывает такое. Когда радио, этого ничего нет. Чё б там не передавали? Лучше всё мелодии какие-нибудь. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Поёт там все и поёт. Тихонько, громко не надо. Вот. В общем, всем советую, рекомендую попробовать, когда будете на природе, взять с собой радио, всеволновой приемник. И слушать КВ, потому что это вы можете делать в любом месте на земном шаре. КВ идет везде и всюду. Ну, это как бы интересное развлечение, сродни рыбалки. Вы не знаете, что вы там поймаете. Хотя сейчас есть всякие приложения, позволяющие определить, что это, вот зная длину волны там или частоту, ну, частоту, как правило, вот, определить, какая радиостанция, откуда передается, какое время она там работает, язык и так далее. Есть такие приложения, если у вас интернет есть, то... А нет интернета, просто слушайте радио и все. И вот это вот ночная как бы... Ну, бывает так, что ночью такой ужас накатывает. Страх какой-то, вот сидишь там, думаешь, мало ли, а что там за спиной? А что там, а что вот там? Это первобытный как бы страх. Каждый звук, шорох пугает человека. А радио работает, и все. И оно рассеивает вот этот весь морок. Конечно, можно и без радио сидеть, если как бы психика тренированная. То есть можно даже наслаждаться этим, как бы чувствуя, что ты вроде как боишься вот чего-то, но понимая, что это как бы страх такой не настоящий, как бы испытывать от этого некую эмоцию. Но когда надо, встаешь и идешь там куда-то. В общем, страх – это такой элемент, к которому не следует относиться пренебрежительно. Это важная часть нашей жизни. Он сильно нас мотивирует. И там явно какие-то голоса. Кто-то там плавает, вон там даже моторка слышно, что не к добру, это не к добру. Думал, тихо будет сегодня, вот то дискотеку какую устроят, то там салют или пальба, вот ждешь, думаешь, вот тихая будет ночь. Посидишь так, подумаешь о своем, а точнее, как бы, лучше всего не думать, то есть, чтобы внутри в сознании установилось полнейшая тишина, никаких мыслей, просто одно восприятие. И тогда мир совсем по-другому представляется, время по-другому идет. Можно просидеть целый час, а покажется, что прошла минута всего. Вот такое состояние, оно наиболее целительно как бы для психики. Потому что у нас постоянно в голове масса разных мыслей, всяких забот, надо то, надо все, а как вот это, а как то, какие-то вот внутренние диалоги, а что вот так, сяк. Все это надо отринуть, отбросить на время. Просто вот воспринимать природу, как шелестит ветер, какова его температура, как вот он по коже проходит. Какой запах воздуха, как солнечные лучи пробиваются сквозь кроны деревьев, как вот это все выглядит, травинки, насекомые, вкус чая ощутить, или там гороха, капусты, картошки, риса, неважно что. Искупаться,
и лежать потом безмятежность на этом самом, на коврике, просто лежать себе спокойно, ни о чем не думать. Вот это и есть блаженство. И в то же время медитация. То есть это и оздоравливает телесно, и психически человек оздоравляется. Такую как бы перезагрузку надо хотя бы один раз, а лучше несколько раз в год производить. То есть вот пожить 2 недели просто вот в отрыве от людей. Если есть возможность, то и 3, 4 недели, сколько угодно, месяц там, больше. Чем больше, тем лучше. Пожить где-то на природе, где по возможности отсутствуют всякие звуки, там вот, например, как мотор, там еще, то есть подальше где-нибудь, где чисто, тихо, спокойно, безопасно. Запастись продуктов, все, что необходимо с собой взять, и полностью на как минимум 2 недели отказаться от постоянных контактов как бы с обществом. И наблюдать за собой, за теми изменениями, которые будут происходить. Естественно, лучше придерживаться здорового питания, никаких тушенок там не употреблять. То есть продовольствие должно быть очень качественное. Оно не должно быть какое-то дорогое, там, какое-то изысканное. Но оно должно быть качественным. То есть что такое качественное? Хороший рис, хорошая гречка. Ну, гречка, она редко плохая бывает. Ну, всякое бывает. Макароны твердых сортов, там сыр твердый какой-нибудь, там пряности тоже благородные, качественные. Даже если мясопродукт, то какая-нибудь сушеная там или вяленое мясо должно быть качественным. Что вот это все, эта сторона как бы существования не нарушало всеобщую гармонию. Но преимущество надо, конечно, питание должно быть сбалансировано таким образом, чтобы ну и давало силы действовать, но в то же время не перегружало организм. Вот я ем 2 раза в день. Утром ем и 6 часов так вот. Ну, утром это опять же во сколько? В 11, скажем, часов. Проснувшись, я сразу не ем. А ухожу плавать на лодке. Плаваю там от 1,5 до 2 часов. То есть проснулся, скажем, я там в 7 утра. Пока часто, может быть, меньше там. Тут колобродил, что-то делал, туда-сюда, туда-сюда. Ну, взял лодку, спустил на воду и уплыл. 8, 9, 10. Ну вот после 10 часов я приплыл, пока то есть все разжег печь, растопил, что-то там приготовил. Вот в 11 часов у меня уже готово. Ну или там разогрел с прошлого дня оставшееся. Поел. Потом какие-то дневные хлопоты происходят. Ну в районе 6 уже начинаю задумываться о том, что надо вот еще поесть. Ну, 6-7 ем что-то. И все. Вечером, правда, у меня бывает такое чаепитие со сладостями. У меня есть там конфеты, козинаки, яблоки. И вот эти вещи я по чуть-чуть, по 2 конфетки, например, вечерами с чаем сижу, пью. И это дает как бы не какое-то дополнительное там с точки зрения энергетики питания, а
именно положительные эмоции, что съел что-то вкусное, сладкое. Потому что весной, когда я был в походе, вот на там, на второй стоянке, у меня мало было сладкого. Я так вот думал, вот хорошо было бы сейчас съесть какой-нибудь казинак, конфетку, что ли. А не было. Хотя сахар был, но его не будешь ложкой есть. Вот, и тут я запас. Вот конфеты каракум, казинак. Подсолнечный, правда, там лучше есть и получше казинаки. Там, скажем, тот же самый с кунжутом. Я уж не говорю про какие-то. Вот, к сожалению, раньше вот были казинаки совсем другие. Сейчас казинак, он, ну, как и все, как и сухари. Все это такое крошится, ломкое. Раньше был казинак, что надо казинак. Бить можно. Такой прочный, его фиг сломать. Ну, зубами это вообще грызть. Это, ну, по сути, это был леденец, в котором вкрапление там орехов. Ну, так, изрядные вкрапления. Причем были казинаки и с лесным орехом, и с грецким там. Такие хорошие казинаки. Сейчас тоже где-то что-то, даже с кедром, говорят, бывает, не знаю. Может, и с бразильским. Макадамии там. Какие угодно казинаки возможны. Но сейчас сама заливка вот этого казинака, она обшивая. Не то, что раньше. То же самое сухари. Вот сейчас... Купишь сухари какие-нибудь сахарные, там осенние. И он чпок, от малейшего усилия сломался. Это не то. Это обман. Настоящие сухари, их чтобы съесть, надо было долго размачивать в чае. И то они потом снаружи как бы такие все размокшие, мягкие, а внутри такая сердцевина, хрен отгрызешь. Вот. Корочка такая, у каждого сухаря была такая, ну, явная, как хлебная, типа корочка. Твердая, ароматная, с изюмом. А сейчас что? Ну, вот это вот как бы... Те, кто помнят ту еду, конечно, ностальгируют. Понятно почему. Нет, конечно, там некоторые продукты были так себе. Те же вот я пельмени, помню, были отвратительные. Сейчас они лучше. Я уже давно мясо не ем, сейчас мне трудно сказать. Но когда ел, я вспоминаю, что пельмени с теми, конечно, ну, хорошие. Вот. А вот такие вещи, как орехи, твои эти самые казинаки и сухари, они сильно-сильно сдали в своем качестве. Вот. У меня сейчас это все есть. Я вечерами ем с чайком, попью чайка. Сижу, смотрю в небо и спать. И тогда спится хорошо, спокойно, на душе как бы все ровно. Вот это самое главное. Вот в этом, в общем, и суть этого похода. То есть могут кто-то сказать, что вот что за поход, когда он на месте происходит. А не зря один мудрый китаец еще 1000 лет назад сказал, что путешествие длиной там... 100 000 ли можно совершить, не сходя с одного места. А можно и пройти многие километры, но это будет бесполезно, как бы, это ничего не даст. Цель-то она не в каких-то достижениях. Здесь нет такой задачи, чтобы там пройти там 150 километров или 230, там нет. Не важно сколько. Тут главное жизнь на самой природе. В отрыве от людей, от цивилизации. Не важно, до них 3 километра там, или 333, или 3000. Это не важно. Просто как бы нету контакта ни с магазином, ни с метро, ни с автобусом, ни с телевизором, ни с радио. Ну, с радио есть, но такой как бы опосредованный. Тут радио не то, что там многие... считают за радио. Это особый такой целительный, медитативный, просветительный такой тип отдыха. И при этом очень, очень экономичный, я скажу. То есть такой отдых доступен практически любому человеку.
Да, конечно, снаряжение там, оно может быть лучше, хуже, но можно с самым простейшим снаряжением, самым простым, тем более летом, с простой палаткой, простым спальником, отправиться и жить здесь 2-3 недели, месяц, там, сколько угодно. Если не шиковать, не, ну, особенно не употреблять алкоголь или какие-то там продукты типа колбас, то на небольшую сумму, там, на той же крупе, горохе, картошке, можно прожить очень долго. А если у вас закончились эти припасы, вот тут, ну, пусть там несколько часов, да, сплавать, но в течение дня-то можно обернуться. Магазин есть. То есть тут можно жить все лето. Гораздо дешевле, чем в городе. Я знаю, многие люди так и делают. Многие так поступают. Как только теплеет достаточно, чтобы без особых, так сказать, сложностей жить на природе. Ну, в июне где-то, да, в конце мая. В июне, скорее. Люди приезжают и живут здесь чуть не до сентября. Работы, допустим, там тоже там какие-то звуки стрёмные. Непонятно, что там происходит. Нет, там явно голоса какие-то человеческие. Собакой, может, плавает. Непонятно, кто тут что плавает, куда. Эх. Да, вот и закончилась среда. Быстро, быстро время пролетает. Когда хорошо, всегда оно быстро пролетает.